А 15 апреля в нашем городе откроется прием заявок для записи детей в школы искусств. Для подачи документов на зачисление родителям необходимо написать заявление и иметь при себе оригинал и копию свидетельства о рождении, а также фотографию ребенка. Для поступления на хореографическое отделение еще потребуется справка из поликлиники об отсутствии медицинских противопоказаний. В Красноярске работает 6 школ искусств, 9 музыкальных и 2 художественные школы, в которых учатся около 9 тысяч ребят. Вступительные испытания будут идти в 2 этапа и начнутся в конце мая.